Так, это я объяснил, как бы, фонемы и аллофоны. Собственно, для фонетики принципиально... Фонетика, она изучает просто вот звуки языка как таковые, а фонология изучает именно вот взаимоотношения фонемы и аллофона. То есть, какая фонема как и когда проявляется. Потому что, понятное дело, что просто так на ровном месте «р» в «х» не мутирует. Просто ни с хуя, да? Понятно, что это происходит из-за чего-то. Ну, а именно потому, что это у нее финальная позиция. Да, она в конце находится слова. Оглушилась в конце слова. Это нормально, в русском языке все звонкие согласные в конце слова оглушаются. Поэтому у нас грипп, который растет в лесу, и грипп, который заболевание, звучат одинаково. Хотя один из них грипп, а другой грипп. Вот. Это финальное оглушение. В немецком, кстати, также.